представьтесь, пожалуйста, и ответьте на вопрос, что мы можем изменить. Меня зовут Алена Алиева, я сама из Белоруссии. Но я пришла поддержать народ России с тем беспределом, который сейчас творится в России. Что мы можем изменить? Мы можем изменить только тогда, когда изменим себя внутренне, когда мы перестанем бояться, когда мы безразличие, вот это выкорчуем из себя безразличие, апатию, не будем сидеть дома, а будем бороться за то, чтобы мы были свободными и чтобы мы имели право голоса. Ваши голоса украли и наши голоса украли. Поэтому только внутреннее наше убеждение должны нам помочь преодолеть этот страх, преодолеть вот это безразличие. Но видите, люди своей по натуре, может быть, и боятся это делать. Не нужно бояться. Если мы все станем, мы победим. Спасибо. Пожалуйста.